Сегодня в обед в Сочи ревела сирена. Причина – опасность подтопления прилегающих к рекам участков. В некоторых районах за полдня выпала месячная норма осадков. Непогода стала причиной отключения электроподстанции «Южная» и перебоев с водоснабжением. В аэропорту почти 1000 пассажиров осталось в ожидании рейсов, отправленных на запасные аэродромы или отложивших вылет в Сочи по метеоусловиям. В связи со стихийным бедствием глава Сочи ввел на территории Адлерского района и в поселке Кудепста режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим всех водителей просили воздержаться от выезда на личном автотранспорте. Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июня. Возможно формирование смерчей. По прогнозу гидрометцентра, обильное выпадание осадков сохранится до конца сегодняшних суток, ночью и, возможно, завтра в утренние часы. Поэтому по решению главы города было проведено речевое оповещение населения о возможном подтоплении, а также действия рекомендованы, даны рекомендации гражданам в плане эвакуации при внезапном подтоплении. Жители просили в случае необходимости закрыть окна, подняться на верхние этажи и не употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с речной водой. К проведению спасательных операций были привлечены 4 подразделения спасателей МЧС. Работы велись в Адлерском районе, в поселках Кудепста, Мирный, Верхняя Блинова, Кепша, Адлерском чайсовхозе, а также в центре города. В районе Ореды, Мурпорта и Краснодарского кольца. Для нормализации ситуации было задействовано 40 единиц техники и более 200 человек. Администрация принимает все необходимые меры по ликвидации последствий стихии. Глава Сочи Анатолий Пахомов на заседании комиссии по ЧС потребовал обеспечить контроль за состоянием водных объектов и гидротехнических сооружений и обеспечить наличие транспорта в случае возможной эвакуации.